В эфире телеканала «Самара ГИС». При своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Повисли в воздухе. Еще 6 лет назад самарское общежитие, что на Юных Пионеров 61, было одним из главных ньюсмейкеров местных новостей. Его обитатели отчаянно бились в судах, митинговали. И все для того, чтобы не превратиться в бомжи. В 2008-м в Самаре, по сути, случился судебный прецедент. Приватизацию общежития, чего не было ни до, ни после, признали незаконной. И люди на последние гроши в конце 90-х, в начале 2000-х, купившие квадратные метры, лишились собственности. Об этой истории, к ее подробностям я еще вернусь. СМИ много шумели, но постепенно страсти улеглись. Из общежития, которое тогда отошло в муниципальную собственность, никого на улицу не выгнали. И о юных пионеровцах забыли. Но вот злоключения их на этом не закончились. Последствия той правовой коллизии до сих пор сказываются. В том числе и на состоянии здания. Пятиэтажка еще в 90-е на ладан дышала. А сейчас и вовсе стала разваливаться на глазах. Вот, посмотрите. Видите, что? Земля обваливается она туда. Вот. Там нету, фундамента вот. Уже нет. И на этом список коммунальных проблем только начинается. Текущие крыши, трещины, которые избороздили стены, просевшая лестница в подъезде и зловоние, от которого режет глаза. Бывает, не схожу, так вот закрываю. Невыносимо заходить в подъезд. В подъезд зайти вообще невозможно. Там канализация, запахи. Это все до 5-го этажа. Я на 5-м этаже. И двери, пусть будет лучше холодно, но будет хотя бы не такой запах. Все время открыты. Ароматом средневекового Парижа благоухает подвал, затопленный до краев. А представляете, что будет летом, если это до лета все останется? Черви, инфекции, дизентерии. Воду здесь пробовали откачивать, но она прибывала снова. Источник этого зловонного потопа, убеждены жители, сломанная канализация сауны, что расположена на 1-м этаже. Когда у нас закрывали баню, пару тройку дней не работала, подвал был сухой. Баня начала работать, через 2 дня подвал опять полный. И там даже слышно, начинают спускать воду, и тут набирается моментально, прям такой шум идет, как будто с большой толщиной трубы течет вода. У них прорвана труба, но они не дают, там надо разбирать бассейн, ломать. Чтобы это все сделать. Они не дают это делать. Сломать, сами понимаете, это же деньги стоит, поэтому их это устраивает. Коммерсантов, которые непонятно на каких основаниях организовали сауну прямо в жилом доме, многое устраивает. Деньги капают, и плевать, что капель это оседает прямо на стенах, разрушая их. Вот она труба, выведена. И оттуда парит. Вон весь фундамент разрушился. Боже мой, у вас прям целая стена, она вся же отмокает. Вот об этом и речь. Сауна, которую жители иначе как публичным домом не называют, появилась здесь в мутные годы приватизации, когда помещения переходили из рук в руки. В январе этого года сомнительную контору, которой даже вывески-то нет, немного покошмарили. Сюда нагрянули полицейские под видом клиентов и в этот день сорвали бизнес-план местным барышням. Денежные средства были получены за что? Не знаю. Как, не знаю. 3000 час. За что? Уезжая, полицейские двери заварили, но не прошло и пары суток, как жаркий бизнес вновь стал процветать. Приехал какой-то Рябчиков, плюнул на все. В воскресенье приехал, замки поменяли, и в воскресенье опять? Же сауну приехали, проституток. Опять работает. Опять работает, сауна замечательная. Центральный главный вход здесь. Сюда подъезжают машины, выгружают девочек. Видите, у них даже камера, тут все дела. Они нас не пустят, наверное. Но нам везет. Администратор, люди мне рассказали, что она просто здесь новенькая, еще не разобралась, что к чему, дверь открывает. А можете не снимать? Нет, не можем. Сейчас вообще работает баня сама? Работает. А почему не чувствуете, как здесь тепло? Хоромы царские. Будний день. Сауна пуста, но для клиентов все готово. И то, что смело можно принять за будуар, но не в что, где, когда здесь в самом деле играют. Вот комната для проституток. Сейчас она выгонит нас. И тот самый бассейн, который, по мнению жителей, затапливает подвал. Я не говорю, что слышно, как они тут ныряют. Дело не в этом. Дело в том, что они там кричат, когда возле этого крыльца напьются, и в 5 утра, и в 4 утра, и охи, и ахи, это просто кошмар. Я вот просто вышла один раз, в окошко выглянула, я такого наслушалась. Это, знаете, не знаю, живая порнография. Руководство сауны на месте не было, по телефону же мне популярно объяснили. К затопленному подвалу баня никакого отношения не имеет, да и вся история с задержанием проституток и закрытием заведения. Чистой воды подстава. Вот да, это
было все подстроено, да. Жители говорят о том, что к вам регулярно сюда привозят девочек. Жители Кавнокчина говорят, я тоже могу говорить. Это было незаконно, это частная собственность, в больнице. Это было незаконно, по-моему, закрыть. Я уже не разумею, это как-то исчерпано. Впрочем, этот оптимизм бизнесмена в городском департаменте управления имуществом не разделяют. Это по их инициативе полицейские начали проверку и закрыли заведение. Помещения эти занимаются неправомерно, на наш взгляд. Мы знаем про эту проблему. Значит, для того, чтобы как-то эту ситуацию начать решать, для начала, по нашему заявлению, правоохранительным органам именно ПЭП промышленного района была проведена проверочная закупка. И в бане в этой, в общем-то, то, что там вы описывали, там действительно все это было выявлено. Дальше вопрос не наш. Мы не можем, так сказать, влиять на ход проверки и расследования. Почему сауна вновь ждет клиентов, это уже вопрос к силовикам. И надеюсь, они дадут на него адекватный ответ. Департаменту же управления имуществом предстоит сегодня разобраться не только с этим заведением, но и с тем запутанным клубком проблем, которые тянутся еще с 90-х. Здание по адресу Юных Пионеров 61 первоначально принадлежало Самараавтотрансу. И после того, как в 93 году стартовала его приватизация, она поменяла немало собственников. На финише этой запутанной схемы квадратные метры здесь приобрели порядка 120 семей. Но существенная деталь – они стали собственниками нежилых помещений. Люди поверили, что вскоре смогут вновь перевести комнаты в статус жилых, и жестоко обманулись. Это уже были злоупотребления той организации, которая смогла получить в собственность это здание. То есть, у нас все равно законодательство не предусматривало на тот момент передачу в порядке приватизации здания социально-бытового назначения. И отсюда пошла вся неразбериха. На тот момент было несколько судов, и арбитражным судом приватизация здания была признана незаконной. Граждане, несмотря на то, что они оказались добросовестными приобретателями, оказались вот заложниками вот этой правовой коллизии. Жители, может быть, отчасти и сами себя в тупик загнали. Для начала, чтобы вообще клубок правильно распутывать, им бы самим не мешало правоохранительные органы обратиться с заявлением о том, что они стали жертвами мошенничества. Но почему-то никто этого делать не хочет. Вместе с тем есть судебное решение, что это помещение незаконно приобретены, и есть судебное решение, которое их обязывает передать это все обратно в собственность муниципалитета. Сегодня общежитие на Юных Пионеров раскололось на два непримиримых лагеря. По одну сторону баррикад 90 человек – собственники нежилых помещений. Они еще в 2003-м объединились с ТСЖ. По другую – пара десятков семей, поселившихся в общежитии. Коммунальные услуги им оказывает МП ЭСО – муниципальное предприятие по эксплуатации и содержанию общежитий. Но такое двоевластие для зданий в итоге обернулось полной анархией. И у нас несколько лет не было вообще ничего. В прямом смысле готовили на костре. У нас отрезали газ. Свет у нас, кабель проходит, это у нас свет. Это городская администрация. У нас не было ничего. И бесконечными скандалами между руководством ТСЖ и теми, кто обитает в общежитии. Мы говорим, что надо подвал и крышу сделать, а вы доказываете, что у меня ТСЖ. Я деньги собираю, а делать ничего не буду. Ну вы ТСЖ, если вы деньги собираете, делайте. Девчонки, а наличка ну как вам не стыдно? Водовод кто вам делал? Тепловод, кто вам все лето ковырял? Мы написали в прокуратуру, мы написали везде жалобы, поэтому пришло телевидение, засняли наши батареи и стали делать. Да. Под чутким руководством прокуратуры. Приезжали, смотрели из департамента, из прокуратуры. Значит, вас обязали прокуратуру. Нас обязали. А почему до этого вы не хотели делать? ТСЖ должно делать, ремонтировать весь дом. Государственная жилищная инспекция дала распоряжение МПСО отремонтировать, очистить подвалы, отремонтировать конек крышу до 30.12, но ничего сделано не было. На следующей неделе Лазорин, от которой начальник МПСО, прислал, что он ничего не будет делать, что это должно делать ТСЖ. Более того, мы были на приеме у Лазорина, и он сказал, что крыша к нему не относится. Подвал тоже не его. Это к ТСЖ. А ТСЖ говорит, вы нам не платите, мы вам делать не будем. Муниципальное предприятие, которое в Самаре обслуживает 100 общежитий, мне объяснили, переговоры с несговорчивым ТСЖ и впрямь провалились. Мы пытались принимать участие в этом, в каком плане. Мы обращались в ТСЖ о том, чтобы заключить договор, и все деньги, которые мы с этих комнат берем на текущий ремонт, перечисляли в ТСЖ, чтобы они выполняли какие-то работы. Два раза обращались, и
письменно и представляли проект договора, и все, и они отказывались. Они платили за круглым столом, они вычитали средние, и они согласны передать это в ТСЖ, вот эту сумму. Они. Но если предоставят документы на то, что сделано, отремонтировали воду, ага, предоставляют документы, но вы документы, как они нам объяснили, не предоставляете. Ты только по осени, вон там, вон, как вы говорите, дрались чуть ли. Отдайте, говорим, документы. А кто вы такие, что, во-первых, командовать мной? Мне вас... Мне передают, а да я вас не беру. Какое это СЖ? Частник. Сама захотела вести дом. Сама. Ее даже не выбирал никто. С какой стати я буду ей платить? Тут речь не о том, то, что кто, что, да как. Да, вы понимаете, правильно. Нас скоро не будет здесь. А вот нас завалят здесь. Таня, надо решать вопрос о том, они не хотят что... об этом слушать. Да нас скоро прибьет, ты куда лезешь-то, а? Нас скоро прибьет здесь, и рухнет просто-напросто дом. Смысл воевать? Чей дом? Пускай вот кто-нибудь сделает, вот это вот устранит. Разрубить этот Гордиев узел противоречий намерены в городском департаменте управления имуществом. Здесь во многом нужно разобраться и с полулегитимным ТСЖ, и с пресловутой сауной, и с тем, кто в итоге должен обслуживать здание. Понятно, что это должна быть одна контора, чтобы было с кого спрашивать. То, что я вижу с нашей стороны, с стороны департамента, я говорю, мы будем делать. Мы, во-первых, на обслуживание передадим МПСО в полном объеме все помещения. Соответственно, поручим им навести там порядок, то, что в подвалах не было никаких там проливов, протечек. В принципе, есть директор МПСО, с которым можно спрашивать уже за все технические вопросы, в том числе за нахождение там сторонних каких-то организаций, которые там, в принципе, находиться не должны. Мне все равно, куда платить, я плачу исправно, и я хочу получать то, за что я плачу. Все. Кто хозяин чего, мне вообще как бы по барабану. Мне самое главное, чтобы вот я не нюхала, и мои дети это не нюхали. И не слушали всех этих стонов и криков. Надеяться, что в департаменте управления имуществом не будут тянуть с принятием решения. Ведь еще несколько месяцев двоевластия многострадальная пятиэтажка просто не переживет. На сегодня все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.